Всем здорово, бойцы и зрители канала Валерки. Ну что, на землю летит метеорит, и нам жить осталось всего 60 секунд. И что за эти 60 секунд можно сделать? А это мы узнаем из вот этой увлекательной и забавной игры. Ну что, давайте начнем. Посмотрим, что она из себя представляет. New Loading. Итак, горячие новости. НАСА недавно заявили, что скоро на Землю упадет метеорит и Земля будет уничтожена. В это невозможно поверить, но в НАСА говорят, что нам осталось жить лишь 60 секунд. Перед тем, как Земля будет уничтожена, что я только что сказал? Мне осталось жить всего 60 секунд? Твою мать, я только сегодня стал ведущим новостей, у меня ушло 20 лет на то, чтобы заполучить эту должность. Ну и похрен, плевать мне теперь на всю эту мою карьеру телеведущего. Нахуй эту жизнь, еее! Твой дом. Окей, что? Неужели это правда, что Земля погибнет? Не могу в это поверить. Что же мне делать в эти долбанные 60 секунд, которые мне осталось жить? Можно ли делать все, что захочешь, даже если это незаконно? Может, посадить яблоню? Проклятие, у меня даже нет времени об этом подумать. Погнали. Окей, давайте погнали. У нас всего 60 секунд. Ну что? Чем мы займемся? Короче, смотри, мы можем бить. Мне, короче, уже по щам надавали. Окей, мы можем бить, да, тут. Бьем, смотри, можем взять, короче, биту. Окей, пошел нахер. Иди туда же, и ты. Бейсбол. Короче, всех долбим. Отрываемся, друзья, отрываемся. Отлично. Ну окей, смотри, собачка. Воу-воу-воу. Собачка, я могу поцеловать собачку. Она мне по щам дает. Окей, ладно. Ты еще встал. Ладно, пошли дальше. Что еще можем сделать? О, смотри, какая. Какая. Окей. Жесть, короче, какая-то. Так, а что будет, если мы... Мы можем прыгать там. Время вышло, смотри. Время вышло. Все. Мы успели только всем по щам надавать, и все. Все, что мы смогли. Окей. В конце концов, я умер, это была хорошая жизнь. Я вижу лишь белый пейзаж. Что это? Небеса? Это они? Готово. Пожалуйста, вставайте. В смысле? О, где я? Вы только что прошли тест по диагностике вашей личности с применением запрограммированной виртуальной реальности. Да ладно, это был, короче, просто эксперимент. Окей. Виртуальной реальности, что Земля не погибла? Так точно. Наша последняя разработка — это прямо как в фильме «Матрица». Она позволяет вам некоторое время пожить виртуальной жизнью. Анализ поведения позволяет нам узнать подлинный характер человека. Итак, даже... Также мне следует сказать вам, что ваша семья тоже наблюдала за происходящим на экране. О, упс. Окей. Это, короче, была жесть. Мама, моя девушка Джи Хен и мой 5-летний племянник. Вы все наблюдали за мной? Сынок, я не знал, что ты такой... Ты просто мусор, и ты считаешь себя человеком? Ты что, психопат? Не могу поверить, что ты решил убивать людей. Я думаю, нам стоит расстаться. Дядя, почему ты смеялся и убивал людей? Было весело? Я тоже хочу быть как ты, крутым киллером, когда вырасту. Короче, вот такой не хэппи-энд, короче, получился у нас. Окей. Мы взяли темную сторону. А ну-ка, давайте-ка попробуем сделать все иначе. Давайте попробуем помогать людям. Быть любвеобильными, короче. Давайте мы... Так, скип. Окей. Давайте мы попробуем со всеми... Ну, не знаю. Как я... Опа, ты смотри. Ладно, смотри, давай. Может... Ну-ка, девушка. По щам не дала. Да что ты, зачем? Зачем ты это сделала? Жесть, короче. Ну-ка. Они, смотри, идут за мной. Так, меня чувак пропустил. Окей, а, смотри, я на ракету сел. Я улетел отсюда. Окей. В смысле?
а что мне теперь делать? Я, короче, на какой-то... Я на этом, на... Ой, ракета взорвалась. Я взорвал ракету, короче. Жесть. Я, короче, приземлился на астероид, да, получается? Только почему-то он какой-то железный. Окей, время вышло. Ну, давайте-ка посмотрим. В смысле? Я же на астероид приземлился. Я должен был, в принципе, врезаться в него. Так, в конце концов, я умер, окей. Окей, давайте посмотрим, что у нас произошло. Какая концовка произошла? Так, так, точно, матрица, отлично. Анализ поведения, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Ну-ка, что нам скажет наша семья? Давай. Мама, моя девушка, понятно. Мы все наблюдали за мной? Сынок, тебе нужно больше целоваться? Почему ты так целовал этих девушек? Я любвеобильный. Я никогда не видел тебя с таким счастливым лицом. Должно быть, ты чувствовал себя прекрасно. Дядя, целоваться с девушками так классно? Мне интересно. Это так делают? Как-то так? Как-то так, да. Чмок-чмок-чмок. Окей. Завтра я тоже попробую пасовать свой язык в рот детсадовским девчонкам. Пасовать язык, отлично. Просто. Так, а девушка моя, да, в ярости. Окей, иди сюда. Вот тебе, блин. Подожди минуту. Детка, успокойся, это VR, это просто игра. Я не такой, клянусь, это не даже земление. Не приближайся ко мне. Нет. Окей, смотри, она обняла. Дорогая, это... Да, ты поняла. Я знал, что ты поймешь. У меня есть ты, я бы никогда не стал мутить с другими девушками. С этого момента я буду любить тебя еще больше. Я был неправ. Окей. Если ты неправ, то заслуживаешь смерти. Да ладно. Нет. Короче, кирдык мне пришел. Оу. Вот это удар просто. Это удар, знаете, это Джон Сина. Дядя, ты умер? Нет, я просто отдыхаю. В конце концов, я умер, это была хорошая жизнь. В смысле? Че, по новой, что ли? А, да ладно. По новой? Это был опять прикол? Хватит, ты безумный ублюдок. Окей. Ладно. Мы снова что-то сделали не так. Что-то пошло не так. Давайте третий раз. Бог любит троицу. Давайте третий раз еще раз попробуем. Так, а что же нам делать? Давайте попробуем никого не трогать. Да, давайте попробуем никого не трогать. Пробежимся, смотрите, вот никого не трогаем. Да, все четко. Давайте вот это сломаем. А, погоди. В смысле? А, вот этого чувака надо как-то, я не знаю. Как-то, чтобы он нас пропустил. Так, погоди. Ну давай-ка. Может поцеловать девушку? Пошли. Может она сейчас... А, погоди, там же собака. Помните, была, да, собака? Может она это... Опа. Отвлекли, короче, отвлекли. Это был отвлекающий маневр, окей. Так, окей. Смотри. Летим. Мы прилетели опять на этот... На астероид. Окей. Время вышло. А почему метеорит взрывается? Я же должен был, короче, в него врезаться и взорвать все нахер. Окей. Бла-бла-бла, давайте это пропускаем, это мы видели. И посмотрим, что... Мы, в принципе, никого не делали, только поцеловали девушку. Но, блин, девушку поцеловали, это... Ну, тебе нужно больше целоваться. А, понятно, опять то же самое, да? Я никогда не видел, целовался с девушками, понятно. Мы это все видели, короче, понятно. Скип. Окей. Давайте еще раз. Давайте еще раз заключительный раз и посмотрим. Давайте попробуем, короче, не знаю, как-то надразнить собаку, я не знаю. Погоди. Вот эту, может, собаку надразнить, она, может, побежит за нами, нет? Ну-ка, ты побежишь за нами?
Нет, смотри, собака не бежит. А как нам? Нам как-то, короче, надо чувака этого. Чтоб он. Сюда придешь, нет? Пропусти, пропусти меня! Я что-то не могу понять. Погоди, а если я поцелую его? Нет? Короче, какая-то жесть. Шлар, давай-ка, давай-ка. Нет. Надо, короче... О, смотри, смотри, бабенцы. Ты идешь за мной? А, нет. Жесть. Я опять, короче, не то сделал. Опять накосячил. Окей. О, я пропустил. А, жесть. Ладно. Давайте еще раз. Еще раз. Нам надо, короче, как-то отвлечь этого чувака. Чтоб он нас пропустил. Как-то я не знаю. Блин. Чтоб нас пропустили. Может, от этого? Погоди. Может... Эй, чувак. Так, а кто за мной побежит? Нет, ты пойдешь за мной? Побежишь? Нет, не побежит. О-о-о, смотри, чувак бежит за мной. Да? Давай-ка, давай-ка сюда. А как? Я, блин, я не могу прыгать, да? Ничего не могу сделать. Ладно. Блин, я хотел поцеловать девчушку. Я, короче, не успел. Я время вышло. Я не успел. Да. Ничего не вышло. Так, окей. Там, наверное, сейчас будет то, что мы там били всех, короче, и т.д. и т.п. Сынок, тебе нужно больше целоваться. А, понятно, опять это фигня, короче. Целоваться, не целоваться. Все по новой. Я, в принципе, хочу, я не знаю. Хотелось бы как-то пробежать без всяких вот этих. Как-то спокойно. Как это сделать? Погоди. Ну-ка. Отлично. Мы взяли. О, собачка, пошли со мной. Погоди. Вот эта собака, может, она поможет нам пройти. Ты идешь за мной? Эй, песик. Сып-сып-сып. Давай быстрее, быстрее. Время-то ограничено. Давай быстрее. Нет, не пропускает. Не пропускает. Окей. Жесть, короче. Ладно, ну давайте посмотрим, что будет. О, смотри. Я все-таки его так урыл. Окей. Сейчас еще раз попробуем, короче. И этого чувака урыл. Ладно, я понял. Так, давай-ка. А что сейчас будет? Наверное, типа то, что я там убийца. Я убивал людей, да, там, и т.д. и т.п. Окей. Сынок, я не знал, что ты такой мусор, короче. Ты что, психопат? Понятно. Окей. Понятно. Смотри, короче. Оказывается, мы можем... Мы можем, короче, того чувака завалить, в принципе. Давай, 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 умирай, чувак. С кулака что-то сложновато, да, получается? Ой.
Как играть? Не надо нам как играть, короче. Блин, нужна бита. Нужна реально бита, короче. Биту взяли. Бегом, 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 короче. Сейчас того чувака заваливаем. Отлично. Полетели нахер отсюда. Полетели, давай. Я хотел вот так вот сделать. Пролететь мимо, короче, этого астероида. Время вышло. Зато я улетел. Зато я улетел. Я спасся. Вот. В конце концов я умер. Почему умер-то? Я же улетел на эпилация. Окей. А ну-ка давай посмотрим. Что это такое? Мусор. А, странно. Короче, понятно. Больше у меня ничего не выходит. Вот. Друзья, ну что, на этом закончим. Вот, кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте, обязательно комментируем. Пишите в комментариях, что бы вы сделали за свои 60 секунд. Вот. Ну и с вами был Валерий. Всем пока.